Живописный уголок Мещеры, земля трех Спасов. Еще 10 лет назад никто и представить не мог, что в маленькой провинциальной Судогде появится православная школа. Рискнем предположить, что это уникальное для России явление – открытие православной школы в городке, где живут немногим более 10 тысяч человек. Удивительно, как Божий промысел ведет местных жителей к храму. В 1778 году по приказу Екатерины II Слободка Судогда получила статус уездного города. Началось строительство Большого собора в честь святой великомученицы Екатерины. Пятиглавый Екатерининский собор был взорван в 50-х годах, а в оставшихся стенах теплой части алтаря устроили Дом культуры. Вновь засияли над городом золотые купола. После того, как в середине 90-х судогодцы взялись за восстановление храма всем миром. А в 2014 году прозвенел первый звонок Святой Екатерининской православной школе, открытой по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия. 10 лет назад это были две классных комнаты в храме и всего 14 первоклассников. А спустя 2 года детские голоса и школьный звонок зазвучали в старинном двухэтажном здании красного кирпича на улице Красной. Именно здесь, в начале 20 века, открылось приходское училище, относившееся к Святой Екатерининскому собору. Мальчики и девочки старину обучались отдельно, поэтому здание было разделено на 2 части. А сейчас они живут здесь большой, дружной, счастливой семьей. Сегодня Святая Екатерининская православная школа – это 10 классов, 130 учеников, 17 преподавателей, из них 5 высшей категории, 2 современных учебных корпуса, здание столовой, домашнее трехразовое питание, оборудованные по последнему слову техники классы, современный спортивный зал, учеба и развитие детей с 7 утра до 5 вечера, кружки и занятия для каждого, танцы, вокал, спорт, литература, творчество, ежегодный православный лагерь и даже школьное телевидение. А самое главное – десятки счастливых православных семей, получивших возможность гармоничного духовного и интеллектуального развития своих детей в православных традициях. Наша школа питается православным мировоззрением, православным учением, и очень важно, чтобы во всех мелочах было уважительное отношение детей к взрослым, детей между собой. Взрослые должны проявлять интерес к детям. И это дает, конечно, определенный дух, дух православной культуры и взаимодействия между собой. Особая атмосфера школы складывается из нескольких обязательных правил. Например, здесь нет места гаджетам в течение всего учебного дня. Дети находятся под неустанным вниманием педагогов. Учителя и персонал стараются поддерживать в школе доброжелательную, уютную семейную атмосферу, а старшие ребята с радостью играют и занимаются с малышами. По-настоящему счастливыми здесь становятся дети, у которых был неприятный опыт буллинга и конфликтов с одноклассниками в прошлых учебных заведениях. Родители не верят своим глазам, дети подтягиваются в учебе, раскрывают свои таланты, с радостью идут в школу. Несколько семей даже приняли решение о переезде в Судогду ради учебы детей в православной школе. Мы делаем все, чтобы в нашей школе было комфортно и интересно всем. Хороший настрой, душевное спокойствие, ощущение безопасности и доверия помогают раскрыться личности каждого ребенка. Школа не должна быть стрессом, а учеба должна быть в радость. Для того, чтобы в первый раз первый класс стал праздником, лучше заранее познакомить ребенка со школой. Для этого мы создали подготовительную группу «Колосок», где ребята весело и в игровой форме осваивают азы грамотности, учатся учиться, впервые сидеть за партой и общаться со сверстниками. Кто-то по незнанию с оттенком пренебрежения называет школу приходской. Увы, существует стереотип о том, что вместо современных знаний дети здесь учат только молитвы. Между тем, у нас молитва лишь помогает, как и в любом деле, получению современного образования. Школа в полном объеме успешно реализует утвержденный федеральный государственный образовательный стандарт. Учащиеся школы – неоднократные победители и призеры районных и региональных олимпиад, всероссийских конкурсов и соревнований. Здравствуйте, уважаемые друзья! А недавно наши ребята блеснули на Первом канале в программе «Умники и умницы» и удостоились похвалы легендарного профессора Вяземского, бессменного ведущего программы. Наша самая известная пирамида Хеопса, уже медаль есть? Успешно был сдан первый серьезный экзамен – выпуск 9-классников в 2023 году. 3 красных аттестата и средний балл по ОГЭ выше 4. Добрый,
школе с особым трепетом относятся к истории родной страны. Наши ученики всегда в первых рядах праздничных шествий 9 мая и 4 ноября, в День народного единства и Казанской Божьей Матери. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня наша школа собирает жителей Судак до обелиска, чтобы вместе зажечь свечи памяти. В добрых начинаниях школу поддерживает немало единомышленников. Например, ежегодный отряд специального назначения «Мономах» помогает нам отправить ребят в незабываемое приключение. Почти на месяц на живописном берегу реки Судогды мы разбиваем летний палаточный православный лагерь. Свежий воздух, сплавы и купания, маршруты по заповедным тропам, спортивные состязания и незабываемые вечера у костра. Мы придумали для детей такой лагерь, который они ждут с нетерпением каждый год. В условиях санкций отечественные машиностроители все меньше рассчитывают на западных партнеров. Поэтому, потому местные... За 10 лет наши ребята побывали во множестве удивительных мест Владимирской области и за ее пределами. Это не просто развлекательное путешествие, но и познание своей большой и малой родины. География наших экскурсий насчитывает десятки точек на карте. Это православные святыни, архитектурные памятники, исторические места, уникальное производство и народные промыслы. И в учебе, и в отдыхе нас всегда сопровождает молитва и вера. Посещение храма, исповедь и причастие стали для наших учеников не только привычными, но и радостными событиями. В храме все чаще звучат юные голоса. Дети щедро делятся своим душевным теплом и талантом с прихожанами Свято-Екатерининского храма. Наша цель – быть местом, куда ребенок идет за знаниями, с радостью и вдохновением. Мы хотим, чтобы каждый ученик раскрыл свои таланты, обрел друзей, стал гражданином своей страны, победил свои недостатки и страхи, чтобы каждый стал чище, светлее и добрее. 2023-2024 учебный год для школы – юбилейный, 10-й. Мы уверены, что это только начало большого, светлого пути.